Но был капы в моем зане. Да был. Брат, холодно, куда идти? Зайди в ЖК, в Злоту. Зайди, я за тобой спущусь сейчас. Заходи. Ладно, я их сюда заведу, хату покажу и пойдем. Слышишь, девочка? Какая девочка лежит? Вот такая моя зайка. Сейчас я их заведу, посидим и поедем. Но у нас бронь на 3, на 2, бро. Так что нам желательно это. Ку-ку-ку, мои заны крутят мир. Ку-ку-ку, guys. Hello, everyone. Welcome to my stream. Сейчас мы их спустим. Шова, что так рано запустил? Едем в Тирчик сейчас. Привет, Шова, как дела? Как делишки мои мальчишки и девчоночки? Ой, вчера ебать посидели, я того душу ебал нахуй. Ужас просто. Я думал, я умру. Сейчас мы, ребят, с этим. В лифтике пока. Сейчас мы встретим Морти. Что они там стоят? Смотри, стоят. Что, реприки? Я стримлю, если что. Привет. Делишки. Привет, братишка. Здорово. Тише, тише, Василик. Давай только... Так тише, само закрой. Пойдем, покажу тебе богатую жизнь. Это обычно слышно. Что? Слышно. Пойдем, малышка. Покажу вам хаос. У меня еще малая только, не спугните. Бах-бах? Бах-бах, да. Ое? Ое? Сейчас увидишь. Скажи, что я чат знаю? Ну, я и показывал малую. Что ты еще сейчас увидишь. Подожди, какой этаж? Си. Бро, это мой ЖК, я тут живу. Как ты? Без башнички не поедешь, да? Никуда не поедешь без башнички. Обычный, да? Ну да, может тебя не удивить. Брат, мы соседи выкупаешь на 5 минут. Да, я знаю. Ага. Тебя не удивить, мой сын. Я ты бейбик, ты шо? Ай-яй-яй, стиль. Что там еще есть? Штанишки, как всегда, на месте. Тиктоки позаписываем. Ай-яй-яй. Еще в лифте едем, и нарк не падает, прикинь. Бля, разъем. Вообще охуенно. Все, погнали. Да что вы эфа, эти чат, блядь, и нарк не падает в лифтах. Ты только-только запустил? Да. Oh. Я только запустил, пойдем. Шатаут, Гуран. Это сильная хата, реально. Давайте покажу. Чуть послабее. Чуть-чуть. Welcome. Разувайся. Похоже на киевскую твою, не чуть-чуть? Конечно. Чуть-чуть похоже. Малышка, не спугни. Разувайся, Вась, куда ебашишь? Пойдем. Девочка моя вот. Моя где твоя девочка? Вот моя девочка лежит. Моя рыженькая девочка, ебать. Что падает? Добрый радуй. Что падает? Моя рыжая сучка, блядь. Добрый что там у тебя брат, есть? Аккуратно, может быть, что там. Есть там? Выпадет. А что ты смеешься, ебать? Владик. Даем жизни. Да стоит баба хата. Достойно, да? Мы вчера погуляли, да? С такой красотой, конечно, баба. Ай-яй-яй. Да, вчера дали жизни пиздец, блядь. Я вовремя съебался. Сколько шотов было тебе? Я не знаю, может, суд 10, точно, 15. Мы очень много выпили. Так показывай хату, брат, что, Владик, рум-тур. Рукурчик.
охуенный, да, мы знаем. Ну вот, это нам нихуя нет, бро. А тут что будет? Ну тут электрический щиток, не трогай руками, может уебать. Ну это что, это хаос. Посмотри, блин. Хаос. Фуксик, в ТГ кинули? О, е, ваночка, да? Осмыть, бро. О, спасибо, бро. А что, какашки плавали? Да? Какашки плавали? Это я пока тут стрим, ну и Владик будет тут спать. Ой, е? А где будет... Вот, стримерская. Стримерская, да? Ой, е? Ух, ебать, вот это водица, братанчик. Я готов. Так мы можем с окна вот так сырить сейчас. Хотя не, лучше не палить, а то еще, блядь, будут прибегать. Походу можно. Прибегать в гости, да? В гости не надо. Пока мы а не шо? Вай. Вон там. Да тихо, тихо, тихо. Ну вон там. Тише, тише, тише. Вот там небоскреб, это... да? Вон там. Там. Есть, да? Да. Так что можно купить этот... А это что, братан? Это что? Это стол, стул. Это Владик шмотки спиздил с агностика. Морган Йосипом. А, вот еще один душик, да? Это душик гостевой, а, да. А вот это одобряешь? Это я и купил для гостей. Конечно, одобряю, мы же на Твиче. Цвета, ну, люблю. А что это такое? Цветовая гамма, что-то яркое должно радуга. Быть. Радуга. Радуга, да? Охуенно. А ты что, что-то не нравится тебе? Не, не, охуенно. Ну, мне тоже все нравится. Бля, можешь сегодня, чтобы у тебя была стрижка, как вчера, вот так? По бокам? Да. Что ты из... Вот так. Вот так вчера тип лётал просто. Под 12 шотами, бля. Тип вообще лётал. Вот это я, чат. Кул. Всем, это я. Молодые легенды на связи. Горамчик, смотри. Брат, выше не хочется, понял? Охуенно. Ну да, выше не надо. Есть прикол, что вот так. Есть кто повыше, да. Не хочешь? Студию мы тебе сделаем. Так я ж хочу. О, в смысле сделаешь? Ну, поставим микрофон, тебе тут тебе будем записываться. Будем, приходить, будем да. писаться Скажи, на ты. Стриме, да? О. О, надо еще стол купить один. В Икее охуенные, брат, столы мы срезали вот так. Стол купить? Стул. Мне стул, два стула надо еще купить. Можешь почему в ЭФ эти чат? Ты был в Икее вообще тут хоть раз? Нет. Там пиздец, чувак. Просто... Мы поедем, купим. Туда можно реально, ну, стрим контент там давать, ну, там именно идешь. Пойдем девочку будить. Пойдем. В смысле лагает? Чат, не должно лагать. Что ты, девочка? Не, поехали, девочка. Поехали, девочка моя. Что тебе, блядь, накрыло? Я сейчас под одеялочко залезу. Ай-яй-яй-яй. Заигрываем, да? Немножко ролевушечки. Морти, давай в кроватку. Да что ты думаешь, блядь? Давайте поснимаем. А что, в рэперов так не придут? Что ты, брат? Что ты сейчас начинаешь? Что ты начинаешь? Ты запретку? Не-не-не, не хочу, не хочу. Не хочу, не надо, не пугай меня. Ну можно показывать? Вот, сисечки, да, да, есть же. Ой-ой-ой. Типа нормально, да? Бля, Вась, не, осуждаю, бля, не, весь, просто подумай, что дерьмо, малышка рыжая со мной, понял? Только смотри, пенис. А у тебя айкос френдли, брат? Да. Ой-ой-ой, попочка ходит такая рыженькая. Это я тулить буду. Вася, что за черкаши на кровати оставил? Что за хуйня? Ладно, блядь. Айкос френдли. Сисечки френдли. Так, ладно. Нам нужно вызывать такси. Давай. И поедем сейчас. У меня повар свой личный есть. Хочешь биточек попробовать? Попробуй, бро. Кого? Биточек. Какой биточек? Вот. Не, вот я здесь тебе закину. Я попробую. Бери, конечно, брат. Биточек попробуй. Это мне повар готовил, Андрюха. Вот, мне вилочку это, бери. Это могу? Да, это чистое. Ты весь ешь. Так я, брат, ну, отломаю, съем, и потом еще съем. Хорошая идея. Ты че? Нихуя ты качок, блядь. Как тебе? Да. Андрюха делает вещи Андрюха вообще. Андрюха красавчик. Надо. Андрюша спасибо, делает. Андрюха, очень вкусно. Не, если честно, на то ли сильно. Бля, вот это? Андрюха. Андрюха Боярский? Не, не. Как тебе моя студия пока что? Да вообще, брат, топ. Мы стримили тут. Нормальный дик. Тише, 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 тише. Не дергай сильно, он может упасть. Ну такой можно клип снять. Конечно, это профессионал. Блядь, видишь? Бро, я говорю, не дергай. Оставь его в покое, пускай стоит, блядь. А то он один раз наебнулся на мак, я подохуел. А, добро, добро. Заебище. Объектос 3000 баксов. Заебище. Это твой тикток-круг? Не, это подсветочка, чтобы я мне ебло не темное было. О, о, Вась, ты шо? Ты шо для нас с тобой? Кто? Набрал грязючки? Машу. Да. Ебать, у него там пакунок! Вась, ты кого тут ебать собрался? Это чай, брат. А, это чай, блядь. Ебать, блядь. Просто чай, вы кого ебать собрался? И чай с собой сразу, понял? И гандоны, блядь. На чаёчек, понял? Заходите. Позвать, да?
Сразу девочек сюда, оп. У меня еще сауна, бассейн здесь, пацаны. Вот туда надо будет сходить. И там людей ноль, да, наверное? Ну там, тут, там, почему людей ноль? Потому что у меня есть несколько проходок только. У меня есть 7 проходок осталось. То 7 бишь, раз ты можешь зайти и все больше. 7 раз я могу позвать кого-то. И все, больше не можешь? Никогда? В сентябре только дадут, да. Или, ну надо поинтересоваться, когда еще могу за дать. За деньги можно? За деньги, да. За деньги нельзя. Это же приватный ЖК, очень сильно приватный. Тут понял? Тут очень все приватно. Ну, тренерскую жду, ебать, будет охуенно. Наверное. Вот сюда в хату любой может заходить, понял? Но я могу вам кружечки оттуда кидать, как я висел. О, будем с тобой, да. На связи будем. На связи. Набираем вам кружочков накидать. Набираем. На бассейн. Кэшек лежит тут тоже. Так и что, ты будешь гэнг-гэнг-бэнг-бэнг делать? Ты уже было столько гэнг-бэнгов, блядь. Да что ты? А вот приехала моя, хэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. А если серьезно? Бро, работать надо, стримить, понимаешь? Некогда, да? Ну, некогда, да, яички на пустом. Я тоже, видишь, на спущенном двигаюсь. О, ремень? Тоже, ремень, ауе, да? Да, даже ниже. Какой у тебя размер штанов? Такой же, как у меня? 37-32, ну да, да. У меня такие же, да? Наверное, да. У нас одинаковые, да? Лезешь? Это те, которые мы тебе заказывали? Да, лезешь. И что ты хочешь мне их подарить? Значит, тебе их подарили. Опа. Но тебе они нравятся. Уважаемый подгон, брат. Тебе же нравится, брат. Спасибо. У меня все равно есть одни, видишь, спасибо, я взял, брат. Черненькие. Блин. Не, серьезно тебе, бро. Спасибо, брат. Только жаль, в сумочку не положишь. Брат. Дай мы возьмем сумочку. Да если что, брат. Я с собой возьму. Заберем. Спасибо. Так, иди примерь, или не под этот стиль. Могу. Давай, мою комнатку. Конечно, пацаны, ОЕ. Только, сука, не подглядывай на. Я буду подглядывать. Нихуя, на твою дупочку, да ей же рэперскую попочку посмотреть. Давай, давай, девочка. Давай без этого ходи, договор. Окей, окей. Да не бойся, что ты, сука, на таком... На что, хуй маленький? Есть брат второй, Айкос или не Макс? Слайк, дай Айкос, пожалуйста. Бля, только не говори, что Владик в душе, и он открыл дверь, блядь. Он же тут. Влад, mm-hmm. Ты что, в душе? Mm-hmm. Ну, ты понял, дверь открыл? Ой, а что это за кисточка у тебя? А, я думал, ты что, красишься? Mm-hmm. Давай, я люблю гладких мальчишек. Да. Mm-hmm. Да, да, чтобы именно на нежном было. Бля, мы сейчас еще... Бронь? Не, бронь не слетит. Ну что? Ай-яй-яй, дядь. Нормальный... А ну с кармашков я ничего не оставил? Нормальный галифе. Да я уже все скидывал, что это было. Нормально, ебать. Вот теперь я понимаю, нахуй. Во. Да. Спасибо, брат. Ебать, ты охуенно у них выглядишь, пиздец. А, теперь сука. Еще наушники у меня спиздил, да, подрезал, блядь? Не, ну так уже другое дело, да? А что тебе, левайсы мои не понравились, да? Они приедут через 7 дней. Не-не-не, я говорю про моих, которых я был. Не вкатили. Да, мне покатили, мы их сожжем. Еще хуел. Мы их сожжем. А штанишки оставляй у меня. Будешь переодеваться приходить, если что. На домашнем, понял? На домашнем, чисто. Что ты, что, Вася, видишь, я, блядь, давай, на никотину? Ну, без шуток, вот. Встал бы в ринг со мной? Нехуй делать. Ну, чисто, вот, можно... Но у нас весовая категория. Я ринг? И ты. Раз, я раз. Боюсь бить, брат, Вера. Честно. Меня? У меня удар ебнутый. Я быка ебашу с стычки, понимаешь? Ты трапецию вообще видел, братан? Бро, если я разденусь, то ты подмажешься немножечко. Да я видел твое сальцо. Ты видел, блядь, бро? Да что ты тягаешь так? А шо? Ебать, кружочек, блядь. Если я разденусь, ладно, нет, да. Ну, ты прибавил. Бля, а что тебе делать, брат, если там осталось? На размножек. Так же можно? Я не понял, чат, а шо, хуёво выглядим или шо, блядь? Да нет, ну ты в форме, братан. Охуенно выглядим, блядь. Что, зря занимаемся? А где мусорка, брат? Вот, в зеленый пакет. Я поднабрал треть. Не страшно. Ты спортом не занимаешься? Какой в ринг с тобой? Нет, в смысле не занимаюсь. Или занимаешься? Я хожу в брусья, то нигде ебашь. Сейчас пойду... Давай, если я выигрываю в ринге, в бою, понял? Да. То мы дропаем со мной трек тебе. Альбом. Нет, у тебя дропаем.
Вот так. У тебя на площадке дропаем, не трать. Грязюку. По боксу чисто, да? Ну, грязюку дропаем, ты на фите, ты тоже там поешь. Грязюка, ну, йоу. Ну, в ринге будем по боксу стоять, да? По боксу? Ну, лучше по боксу, ногами лучше не махать. Знал, да? Лишний раз, да. Ну, бля. А что, ногами? Ноги у меня просто, ну... Что, бля, разлетаются, да, вот так? Да. Ну, я вижу, что ты на ногах стоишь нормально, бро, потому что штанишки низко так. Не, это я тут полчаса назад. Все, погнали? Let's go. Погнали. Портфель оставлю. А что это такое? Не, портфель я возьму. Это мой, закинь мне его сюда. Злой брат, ложи 200 рублей покушать. Слушай, велру бери. Подожди. Где очки, которые я подогнал тебе возле членов? Ой, бро. Где же они? Я не знаю, честно. Блять, они одинаковые. Не вот этот. Едем сейчас. Прогуляемся, чатик с вами. А я что, не с Будуна, блядь? Я еле приехал, блядь. Я вчера еле стримил, пиздец. Тоже. Владик! С Будуна, блядь. А я что, не с Будуна? Лил Морти, будешь что-то дропать в ближайшее время? О, блин, дофига треков лежит, пацаны. Пока это, не спешу. Пока без спешечки. Карточка есть, курилку брать не буду. Мак закрою. Будет скоро, Лил Морти. Да? Резючка. Концерты все? Аут? Да, да, пока да. Да нахуй не нужен. Не вариант, братик? В Европе, ну... Все, так пока, себе, да? Так себе. Так себе. Запись стрима будет, да, если Влад не удосужится что-то ебануть опять. Владик! Что ты там делаешь? Так, попшикаться. Ага. Павербан бери, у меня есть с собой. А есть павер у тебя? Возьму провод, вот этот. К Стабику, если что, присоединю. До Стабика зарежусь. Лего. Помидорки. Ой-ой-ой, Стабик, что-то... Трапеза тут готовится у нас. Блять. Че это зак понтовый такой? Давай, ну, кинем что-нибудь. Да? Давай, закидывай. Закидывай, братик. Может лучше это... Подписывай. Не, закидывай. Как будто бы там в два раза меньше, чем твой, да. Да, маленький пиздец. У меня просто уже 9 лет вот такой рюкзак. И я вот 9 лет с ним хожу и с ним ничего. А закрыть? Да, и он в два раза больше, чем этот. И вот эта тема кожаная тоже. Блядь, вот просто мак я думал в нем возить, но мак большой, придется возить. Бля, вот надо мне теперь новый рюкзак, чтобы мак влазил. Потому что вот этот мак влезет, вот этот. А где этот? Что? Шопер. Какой шопер? Ну, он, блядь, с арностиком. Вон там я положил, справа, снизу. Погнали, а то у нас... Ну, сейчас, блядь, хуй соснем. Сейчас, блядь, я телефон положил туда, ёбаный рот. Сейчас, чатик, секунду. А, ты на новых кроссиках, да? На новых кроссиках сразу летишь. Шо, пацаны? Новый кроссик, но надо на сучку. Да, брат. Шо вы, манюни? У вас ждут на 14.30. А, супер. Все окей? Все, брат, сейчас мы едем уже. Все окей, Манюни? Манюня. Манюни, шо вы? Шо вы, Манюни? Инфантильный, да? Шо вы, Манюни? Головы капрона. Инфантильный, да. Что это за слово? Что это? На бабки ведутся. На бабки ведутся девочки. А меркантильный? То же самое. Здорово, здорово. Это синонимы это?
Наоборот, меркантильный на бабки, а инфантильный это... Я ничего, потихоньку, пацаны. Сейчас башка вообще не понимаю. Базар. Да, башка вообще не варит, блядь. Ты тоже бухал вчера с ним? Я очень много. Да он шотов въебал именно. А где вы бухали? Ну какой-то вообще... Блядь. Я съебался, потому что я понял, что я сейчас, если поеду дальше, то все, я сегодня буду никакой. Да, пацаны там синие были сильные. Я съебался, поработал и вот я охуенно себя чувствую. Блядь, я не знаю, можно... Кто рассказывает? Что? А что, про что? А что ты, что он вообще вчера делал? Что малой говорил? Расскажи. Что малой базарил вчера? Это, я вот так стоял, думаю, это правда или мне кажется, что он такой? А что он говорит? Правда говорит. Он говорит, малой, у тебя парфюм со вкусом дерьма. Да, типа. Он говорит, у тебя дерьмо воняет. На позитиве, я вообще без агрессии. Да, да, понял? Ну, типа, ну, как... Я говорю, а что это за запах? Ну, такие, да, у тебя интересные? Были на баре, Владик просто вот так через весь бар вылазит и вот так... Лед просто вот так жменью льда берет. И мы типа так подлетают. Но-но-но, я так хотел по рукам. Владику похуй было. Ну да, это почти Влад 2 был. Когда несется, оно несется, знаешь. Да, нахуй душу останавливать, все, да? Все, погнали? Да. Погнали в лобби. Ну, Ром, не спи. Заходи в лобби. Все четко. Под крандульки одеваем. Пойдем, Владик теперь со мной будет жить несколько дней. Завтра повар придет, борща нам ебанет. Ты не шутишь, что тебе повар? Да, последний нет. Момент. В натуре повар приходит? Да, так охуенно. Очень вкусно. Вот я ему вот... плачу $100, он готовит на 3 дня. Пиздец. На 3 дня сразу? И плюс за продукты плачу там $100. А прикинь. Он сам продукты покупает? Да. Разъем. Отдай контакт реально. Хотите себе? Андрюха, это охуенный тип. Бойский. Он нет, приходит, бро, Андрюха, прикинь, я. Приходит. Готовит, но вас двое. Не убирают, да? Не, убирают. Но он посуду сложил, посуду мойку, я помыл. Ну я про то, что включил. Кухню моют, типа. Да, да, не, он после себя уберет. Он все красиво сделал, бро, ты шо? $100 даешь, и $100 дал на продукты. $200 дал за 3 дня, считай. $200, ну. В заведениях въебать в разы больше. А так Андрюха еще зарабатывает, еще и готовит охуенно. Да. Да, нахуй наверх жмешь. Блять, вы чё, въебались? Блядь. Вы куда понажимали, блядь? Не матюкайся. Слушай. Слушай. $200 за 3 дня, да это дохуя. Нет, $100 на продукты дал и 100 на этот. Да нет, да мне, блядь, мне комфортно так. Потому что я буду знать, что я буду хавать. Это вверх едет. Там есть этажи? Нарисованы этажи? Нет, нормально. Ром-па-па-пом. Чат, я дверь не закрываю, потому что, блядь, тут что-то украсть, это себе хуже сделать. Дверь не закрывай. Не, нахуя. Не гони. Три. Но оно закрывается само, типа, закрывается. Да не, нахуя тут закрывать дверь вообще-то еще. А кто что спиздит, блядь, тут камеры везде. На хаты, не на хаты. Если кто-то что-то спиздит. Это ж пиздец. Да, F. Какой F, пацаны, блядь? В лифте тут нету F. Так. Удар. Так и живем, пацаны. Давайте сядем пока к этому. Коля. Не, я еще не вызывал. Но ехать нам 3 минуты. Ну, ехать нам 20 минут. О, Мортик, шо ты? Двигаешься нормально? На штанишках новых, да? Сейчас я поставлю нормально камеру. Не было. Видно, что я пятки не отрываю. Как... Да я понял, я подтвержу. Пятки оторвал. Худ проебал. Сейчас я посмотрю. Кто-то что-то понаписывал. Бро, мне надо спросить у ребят сегодня, кто хочет поехать, я спрошу и дам ответ. Мы 14 числа на страйкбол хотим поехать. Страйкбол? Угу. Хочешь? Давай. На страйкбольчик пострелять, побегать. Зло, я тебя в номер иду. Да все, расслабься. Можете считай нас, я буду вас считать. Читаю, я буду вас пацаны. Считать, читай, йоу. Что, как делишки у вас? Потихоньку, пацаны. Когда новые татухи? Так вы уже есть у него на шейке, я вижу. Сейчас я покажу. Набил недавно.
Смотри, что набил, Вась. Такие. Смотри. И такие. А спросит? В смысле, кто, блядь? Поинтересуется, что это такое. Спрашивает, что это такое у тебя? 7 минуток. Звезды набил, как на Born From Shine у меня. На обложке. Морті, я тебе люблю. Морті, коли треки українською? З Клоніксом лежить, на альбомі у нього буде. А коли у нього альбом? Не знаю, він хоче там альбом какой-то большой собрати, взагалі. А мене на фіт? З Різюкой? Я буду теж так читати, отак. 8 минут, аудіо 6. Нормально? Хороше? Що за кроси, Морті? Це Nike зелені такі, так? Да? Nike Shox. Подкрадули. Такие. Я с ТГ Морті. Угу. Все, по набеганию. Да, я дропнул ТГ. Надо ссылку еще добавить. Когда у Гурама дроп? А у Гурама что, тоже? У Гурамчика, пацаны, два трека охуенных таких. А что типа и съебались вообще, слышишь? Они на сигу уж. Да не, все, ушли вообще, понял? Погуляли, а? Морти, хочу детей. В последнем треке Славик словил вчера деку в лицо. Что это такое? Что? Что такое дека? Это доска, скейт. Ебать. А что, будут еще уроки по катанию? Погнали, вообще. Как мы тут когда-то. Такие скейт-парки охуенные. Да, мне хотя бы научиться ездить. Опять скейт будем собирать. А помнишь, как Бодя на меня словил? Блять. Возьмем Бодю еще раз, блядь. Да, он говорит, я хочу покататься. Да, давай, блядь, я только скейт в деревне отправился. Купим новый тебе, брат. Кто-то детали может еще жесткие. Тут еще круче, типа скейт-шопы, понял? Можем тебя вообще как скейтера одеть, хочешь? Давай фулл скейтера мне превратим. Да. Прикольная идея. Знаешь, скейтеры вот так шапки носят, типа вот так. Может, чтобы я не видел, куда еду, да, вообще, блядь? Да. Что ты, рыженький? Кайфуешь? 7 минуток. Но приедем как раз. Ну, треки твои поют. Гра-гра-гра-гра-гра. Че за нефру ебаный? Ты брабачу своего? Он вчера с Лерой тусил. Что за Лера? Тебя палят подписчики где-то? Да хуй. А подписчики тебя с кем-то шиперят вообще с девчонок? Да нет. Я думаю, что никто этим не занимается. Что такое шиперят? Ну это типа есть какая-то девочка и вас вместе сводит. Да. Без своего ведома, понял? Нихуя себе. Есть такое? Давайте такое. Давай. Я не против. Не так, просто в интернете обсуждают, типа, о, они там вместе или нет, они трахаются или нет. Какой вобрали, я даже не знаю. Что-то такое, типа, да? А, блядь, вот. Мы сегодня еще на шашлыки поедем вечером. Вот это водица, пацаны. Пивко. Да. Блядь, рыбалку очень хочется. Сделаем рыбалку, мы сделаем. У нас уже план есть на стрим на рыбалку. Это пизда, брат, я мечтал взять удочку. Мы сделаем, поедем толпой. Да? Это вообще разъем. Сейчас мы приедем к Виталику и ты мы был будем на рыбалке обсуждать. Хоть раз? Конечно, я ни разу в жизни не был. Серьезно, не был на рыбалке? Ни разу в жизни не был. О, бро, ты подохуеешь. Вот прям мы поедем. Если мы приедем, мы ничего не поймаем. Не, поймаем. Поедем на частный став. На червячка, да? Я знаю, что бы хотел. Чтобы мы поехали на такой став, что там и дали нам командирование, все дали, типа, ему. Кто-то умеет? Сапозил такие, да? Да кто-то умеет, по-моему. Я-то умею пользоваться. У меня же отец рыбак. Если что, будем батя звонить. Бля. Вспомнил, как порешает. Мы у тебя дома были, в баре. Да, ты, смотри, ты был и Владик был в баре, ебать. Вы все у меня дома были, мужики. Да. Маму привезу сюда. О, бро, она спрашивает, где шапка? Шапка дома лежит? Я говорю, он выступает в шапке. Это охуенная шапка. Реально. Ох, ебать, на рыбалку поедем. Уху бы сварить еще, ебать. Не, это мы делаем, мы сейчас это сделаем. Сейчас мы приедем. Не умею, я охуенный шашлык мог. Мы с Гурамом. Когда на даче жили, мы шашлыки такие делали. Мы вообще забыли еще, когда постарше стали. Да, мы хотим открыть шашлычку. Шашлычку, да. Там где рэп будет играть. Да. Разъем. Рэп будет играть, да? Под рэпчик, да, на шашлычки? Да. Залетать. В Харькове. Просто Вилкавказ, понял? Вилкавказ. Вилкавказ 100%. Сильно. А ты стрелял когда-то? ГТРП. Ну мы сейчас поедем. Я покажу, я стрелял много раз. И нет, нет, я в тире не был. Серьезно? Только в старте. А в школе не хочешь? У меня был. Ну, там я умел автомат разбирать быстро. Да, но там ты будешь калышать и пострелять сейчас. Там очень много. С огнестрелом? Ну да, с огнестрелом, конечно.
А это помещение. Будет закрытое помещение, да, или открытая локация? Ну, блядь, на улице, блядь, сидим. Нет, знаешь, бывает, подвал был, подвал. Ну, сейчас посмотрим, с интернетом, главное, чтобы было все нормально, потому что, ну, сказали, Wi-Fi есть. Потому что я когда-то делал в Киеве тир, стрим, то там мы прям провод кидали, компы подсоединили, у нас там 3-4 камеры было. Он прям будет в наушниках и очках? Конечно, да. Конечно, наушники обязательно. Прикольно. Тело тут потом синяк будет. А никто польский не знает, да? Да, у меня что-то татух. И шо? Здорово. Привет. Подписчик. И мы поняли. Можно фоточку? Конечно. С кем? С вами. Давай. Садись. Скажешь, таксуха. Садись. Сади сюда, сфоткаемся. Давай. Ну, Ран, сфоткай. Садись. Меняется, да? Ну, я. Ну, супер. Кайф? Все, спасибо. Давай. Пожалуйста, бро. Удачи. Я тебе удачи. А мне говорят, Лёва, что смотрят 12-летние, 13-летние. Смотри, какой презентабельный, сумочка, педальник. Она богатая, на черненьком. Имеет вес, да? Финансы. Ну, то, что вот это. Рассказывают мне, слышишь? Так, 2 минутки. Баку надо жать бы там, когда бы полежно на себе. Не пожал руку вам, да? Ну знаешь, типа, когда два сидит, это, ну, так нельзя. Да, надо всем лапу пожать. Ну, мы ему расскажем, если раз. Да, в следующий раз я ему расскажу. Запомнил. Не, запоминаю иногда типов. Я часто вижу. Ну ты еще такое место, ты цяшка, блядь. Ну, все ходят. Да, блядь, это же самый центр. То по самый центр. Ну все, так сухо через 2 минуты будет. Что, ты выспался? Да. Я тоже. Я даже что-то не понял, как я проснулся. Ого, что такое, дядь? Что такое? На слабеньком сегодня? Тоже уставший? Уставшая девочка, да? Пропустил ее. Минутка. 63:18. Нормально. Упали, девочки. Я вас подержу. Нормально, не переживайте. Что за зипка со звездами у тебя? У меня? У меня нету такой. Зипка со звездами. Слышь, а ты пойдешь 26 мая на Оптимусу в Варшаве? Это же пиздец, завоз ебаный. А шо, Оптимусы поют? Оптимус Гейнг приезжает, они будут поп-ап, это типа... короче, будут они шмотки новые презентовать, понял? И там будет, походу, вечеринка какая-то. Ну, я не знаю. 100%. Я не знаю, со стримом нужно туда идти или нет. Я могу. Я не знаю типов просто этих. Не знаю, будут ли они против или нет. Пойдемте на лук? Да, у нас минута осталась. Делаю. Пойдемте. Шо вы, шо ты, Владик, ты еле сочувствуешь, да? Владик. Ты бы так хотел в кроватке сейчас поваляться, да? А тут парниша, тут стримчики, блядь. Ты шаришь, ты полежишь в кроватке только вечером. Шашлычки, машлычки. Я так хочу, реально, шашлычки. Шашлычки. Мы тоже будем стримить шашлыки, пацаны с ДНГ хаоса будут стримить. Да, главное, чтобы там был инет. Потому что если там нету инета, то это пиздец. То едем хавать. Дефолтная программа, понял? Едем хавать. Да, надо было вас не кормить, сука. Поехали мы точно хавать. Я готов ехать хавать. Слушай, мы ради тебя 400 км в Варшаву ехали. Давай встретимся, бро. Я целенаправленно ни с кем не вижусь. Сори. Нету времени. Не, ну, тоже может быть. Но я же тоже специально не звал, чтобы увидеться. Так, это Audi? Да, это наш. Бля, ну хоть бы мы все влезли. Бля, влезем? Влезем, сука. Я сяду. Наперед, да. День добрый. А я себептик. Не, 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 не,
Не, идем внутрь сядем, круто даже. Ну, сука. Ладно, ничего страшного. Я сейчас напишу петицию на него. То, что он... Конечно, блядь. Нахуй так делать вообще? Такие важные типы, пиздец, как будто, я не знаю, бумажные, звезды какие-то, понял, типа, я же себя снимаю. Ну, доехали. Ну, одну минуту Тойота. Илья едет. Илья? Да. Свайчок. У него еще был подголовник засранный, слышишь, пишут? Да? Еще подголовник засранный, говорят. Зазнался, тип. Да, блядь, ну, такие типы, ну... Да забей, брат. Да не, даже не расстроился. Да пофиг. Я просто сейчас в помощь, поездки. Последняя поездка. Проблема о поездке. Типа... 20 злотых списала мне. Ну, мне, конечно, это небольшие деньги, но мы просто сейчас оставим хуёвый отзыв. Сейчас. Добро пожаловать, Артур. Чем могу помочь? У меня связаны проблемы с безопасностью. У водителя опасная манера. Водитель не соответствовал фотоприложению. За мной приехал этот автомобиль не... Эффикация контакте сообщить о серьезном происшествии с участием водителя. Не, это не так. Дискриминировал, это что такое? Дискриминировал. Водитель. Тише, тише, это что такое? Не захотел нас вести. Видеосъемку, но его не снимаю. Все. Репортик отправлен. Пойдем. Подъехал? Да. Ну, некрасиво так делать вообще. Мы его ждали 8 минут, и такая хуйня. Мне сейчас должен стол еще приехать. Так, а где мужики? Все. Владик, поехали. 73.20. Ладно, я назад сяду, блядь. 73.20. А, тут, блядь, мы еще не влезем. А, не, влезем. Кто-то наперед упадет? Добрый день. Давай на середину. Оп. Давай на середину. Добрый. Добрый. Брат, чуть-чуть назад это видишь? Да, да, да. Да, да, давай. Только пристегнуться не забудь. Да, конечно. Мы тоже. Мы тоже? Нам тоже всем надо? Угу. О, ну, зара, разберемся с этим. Давай. А ну-ка. Вот это мое. Ага. Ого. Чё, безопасность, это очень важно. Так, ты нашел дырку себе? В Варшаве еще нет. Все, мы готовы. Подремать? Нам ехать 17 минут. Дерка тебе, да? Свежего. Еще 20 минут едем. Сейчас посмотрим, что там. Там невозможно спать. Ну да, со мной невозможно дома спать. Я же его буду будить на всякие движухи. А что, ты музыку слушаешь? Нет. А что ты делаешь? Что там у тебя в телефончике? С
еще вот такое, то, что ты любишь. Ого, а кто это? Да не знаю, как это просто. Общий. Только не читай его вслух. Сейчас забанят, не дай бог. Не буду ничего спрашивать. Шок Паланин скончался с такси. Пишет, Шок Паланин скончался в такси. Ну я близок. Говстрим, Морти выбирает телу. А мы уже стримили такое, когда я в Стамбуле жил. Уже так выбрал лук, что я ему джинсы подарил. Сработало схем. Себе, да, выбирал? Схемка сработала. Думаю, сейчас навыбираю, ему не понравится что-то, и мне подарит. Ну, тут, да, кто слушает. Америки, шо? Сколько они стоили? Не знаю, брат. Ты ж покупал. А когда в тебе не было вообще? Да, в январе, брат. Где? А, я тебе и так камеру подарил. Это ламек с ним. Спасибо, брат, приятно, реально. Подари по лайне. Вообще, честно. Что? У тебя было в детстве много всего дарили вообще? Ну, типа, знаешь, на днюху там такого. Вот я вообще как-то упустил этот момент. Будто вот, знаешь, подарков вообще... Не было. Да, будто вот какая-то такая фигня. Знаешь, что мне дарили? Вот я то, что я запомнил. На самую первую днюху, которую я уже осознательно понимал, мне подарили мячик маленький и баскетбольное колечко маленькое. Лук подарили стрелами на липучках и машинку на пультике. Знаешь, был пультик с проводом такой, но вперед-назад ехала только. Все, потом у меня была днюха. Самый такой подарок, который я запомнил, я был в тильте, сильно в тильте из-за подарка. Это у меня было Дэнди, а кассета на Дэнди в то время стоила 10-15 гривен. Это пиздец дорого. Думаю, типа, купить кассету для Дэнди, это очень дорого. Можно было брать только на прокат. И тоже, ну ты берешь на прокат. Да не, пишу, мне мама подарила на 6 лет PlayStation 2. Хуя себе. Ебать тип. У тебя еще и сникерсы были. Ебать тип сильно, да? Двигайся. Говорит, а что там, для моментик не помню. Не чувствовал подарки. Гарри Поттер. Картье эту подарили. Картье там, Бентли. Бентли. Так, чтобы вы понимали, мне подарили кассету на Дэнди, в которой, знаете, она стоила 20 гривен. И было 1000 игр, понял? И все повторялись. Чисто тетрисы, да. Да, Марио, тетрисы, вот это все. Я так расстроился, бля. Потому что понял, да. Такую хрень подарили, бля. Так обидно было. Ну, да, внимание, знаешь. Да не, ну просто обидно. То, что, типа, могли бы подарить что-то действительно годную игру какую-то. Подарили, бля. Хрень. Обидно очень. А вы на компе, вы же игры играли все, да? Конечно, брат. Lineage 2 играл? Конечно. Какой у тебя, на ком ты играл? У меня был, короче, водяной, типа SS. SS? Да. Водяной. И вторая профессия SS, как называлась? Я не помню, брат, но я жестко играл. Spellsinger. Ну так интересно было в эту игру играть. Да, я очень много в ней играл, я все знаю, но я все запомнил. А ты играл на, типа, на жестких серверах? Я на X1 играл, на X10, на X1000. На X1000 кайф. Ты просто докачался там за два моба до максимального левела, взял шмотки, пошел ПВПшиться, и вообще кайф. ПВПшился. Я помню, X55 я играл. А X100 играл. Ну там крафтить надо, профессии надо было. Да, это, там интересно было, что типа так. Ну там, да. Ты знаешь, там есть квест на первую профессию, ты проходишь, да, на вторую, профу надо было ебать там заебаться, да, чтобы... А на третью это вообще пиздец, там такой квест длинный. Ты типа достигаешь левела, ты должен третью профессию проходить. Там еще сабклассы были. Да, это надо квест на сабкласс делать. Так интересно было, я помню. А квест на сабкласс? Ну, я играл на X1000 сервере, но там третью профессию можно было просто купить. А вот сабкласс уже надо было проходить долго. Я сабклассы проходил, а на вот Нублис... А рейды с типами на боссов? Это вот, это как раз. А там есть, короче, Нублис. Знаешь, какой Нублис? Это, там появляется у него баф. Это очень имбовый баф. Что после смерти твои бафы не спадают, понял? Я понял. Ну, блин, крылышки такие. И на том сервере надо было босса валить толпой, одного босса. И там всегда тысячи людей стоит, ждут этого босса, там донатеры стоят, да. И все это фармят этого босса, потому что он был самым основным, понял, чтобы его убить. А как же похуй, ты пишешь. Разделяю его, честно. Не, пацаны, вы просто малые еще, вы не выкупаете. Да вы даже не знаете, это очень. Это молодость. Это
молодость. Да, да. Vortex. Это тот, на третьей профессии давался. Да ты позер нуб, блядь, ты сам не понимаешь. В смысле? Я помню. Ты говоришь SS, ты даже не знаешь, не нубли, сабкласс, бафы. Ну, потому что... Ну, назови пару бафов с линейки. Ну, это бафыш, бафл тип, который саппорт, типа. Да, какая у него, как у него класс назывался? Блядь, сейчас скажу. Бишоп это хиллер. А, ну вот. Это хиллер, это он не бафает, он хуйню бафает, у него слабые бафы. В смысле, он хилит? Он хилит, да, но у него нету бафов нормальных. Ну прикинь, я это вспомнил, я так давно брал, я очень давно. ППшка. ППшка это человек. Человек, который профессия там. Все, извини. Он бафает, и на третьей профессии у него появляются профессии. Это не для мага баф, а для воина. Прости. Что? Я сразу понял, стал понять, что понял, кто тут папа. Что, обидно тебе? Лет не держишь. А ЕЕшка кто? Вот поэтому у тебя брат. Что у меня? Ну скажи давай. Что ты? Смелость пропала? Не буду. Штаны ушла? А ЕЕшка знаешь кто? Это... ЕЕ это маг эльфов светлых. Которые умели заливать ману, и у них были тоже профессии магические. А СЕшка? А ты играл... Помнишь, ты мне фотку свою старую показывал? Там где-то именно... Бля, можешь ее найти сейчас? Покажи ее. Она у тебя в ТГ, да? В Эвелоне. Эвелона ТГ. Есть Эвелона ТГ? Сейчас найдем. Эвелона. Вот. По фоткам найди. Вот я лежу, Вась. Не, вот. Вот примерно тогда ты, да, в линейку играл? Не, тогда я уже блогером был. Хорош ты. Да ну. Ты что, не видел? Ты так на маму похож. Ты что, Вася? Это что по маме? Видно, что тип знает все про линейку. Да, как так вообще? В смысле, что ты так? Оборотка уже росла, да? Да, брови только не росли. Бровей нет. Где брови вообще? Полетели. Ты сбрил их? Да. За донат 200к. Лежу, чилю, пацаны. Кстати, я был в отношениях тогда. Я не шучу, у меня были отношения, девушки, ну, тулились там, все. Годится. Понял, сколько харизма решает, бро? Это жалость. Какая жалость? Жалость. Тут, да, спорт, Славик? А? Спорт где-то тут, да? Какая жалость. А, да, вот тут скейт-парк, кстати, сделал. Там... Мы увидим его, да? Не-не, вряд ли. Сына, это не жалость, это харизма. Не, ну папочка-то лучше стал уже. Начал заниматься над собой. Бери примерчик, по-моему. Не прекрасен. Особенно эта часть. Вот это, да, такая? На шее, мне нравится. Бабки? А, ну... Да не, у меня нет денег. Когда фильм с Моргенштерном? Ну, не знаю, еще не мой уровень. Точнее, его, не его уровень. Или как правильно сказать? Ладно, будет мне фит? Я знаю, что хочу? Что мамка моя с Моргеном фитом. Я думаю, это вообще вероятно очень. Очень вероятно, да? Есть, да, такой шанс? Вообще. Очень грустный какой-то трек. Грустный, да? Выпью вина. Два. Поедет петь. А подожди, когда она приедет, надо, чтобы ты точно приехал. Да, хорошо. И мы, знаешь, что я хочу их отвезти в Амстердам? Ну, не только в Амстердам, я хочу в горы их пошабить, отвезти. Да, с мамой? Да. Я пошабил с ней, ты что? Мы тогда и без нее повеселились, просто вспоминая ее. А с мамой? Ее. Ха, ты что она исполнять будет? Сильно, да? А кушать как она будет? А батя как? Батя и так кушает, как волк. Да? Просто. Дать жизни с родителями. Она может зубы сделать? Все прикольно было, да. А ты сделал все? Запах сорной какой-то левый. Какой запах, Вася? Зубы чищу. Чем? Металловый майка сам, да? А что с ними не так? Нормальные зубы? А типа делать зубы, это что, с ними виниры надо ставить или что? Можешь поливиниры, можешь эти формочку чисто выровнять. Шави, наверное, дорого делать, да? Больше. Мне кажется, из Европы, наверное, сейчас самый лучший вариант здесь как раз. Здесь не так дорого, по 1500 Европа. Чат, есть купа по зубам? А Морген в Дубае делал, да, что-то? А, не, не в Дубае. Нет, я сам в Москве делал. Кстати, в Дубае очень дешево зубы. Прям вообще одна из самых дешевых. Там типа, не знаю почему. Может,
надо узнать. Зубарева спросит. Так Зубарев в Китае делал. Он миллион отдал с чем-то. Не, ну я на зубы готов отдать деньги. Сделать. Клычок прокачать, да? А то и мне приятнее будет. Тебе? Тебе приятнее, если я обрезание сделаю. Себе. Без творожка этого, как обычно. Утренний белочек, да? Отбелил. 3 ляма зубы подал? Ого. Мне надо сделать зубы мне. Ты реально можешь в Дубай сделать? Если что, орут. Если что, есть в Дубай. Да. Прям вообще по доступным ценам делают. Типа, я еще очень удивился, почему в Дубай так дешево. А ты не хочешь? Не, я хочу эти. Брекеты? Не, знаешь, которые на ночь одеваешь? Капа. А, типа, да, вот эту тему хочу сделать. Надо. Если Морти не добавит меня в друзья, то я у него, на него обижусь. Удачи. А где добавить тебя, братишка? Вконтакте? Или в Одноклассник? В Айсикапе. Mail.ru, друзья. Ого, такие есть? Набирай на Аську, братан. Кто-то хоть раз в Одноклассник сидел? Нет. Я тоже, типа... Туда можно на стриме зайти посмотреть, как там кто-то стримит. Бабушки вот эти были. Там стримы есть? Да. Да не гони. Да, мы можем зайти как-то посмотреть. Давай. Там же, наверное, рилсы тоже есть, да, какие-то типа? Да, да, что-то такое, понял, со школы. Давай. Я покажу пару тиктоков, я сохранил. Наподобие. Сколько новых тату. Татуировщик нормальный, я бы тоже что-то набился. Да мы в левый салон просто пришли. Я сейчас себе вот такое буду бить. Нельзя показывать? Не, ну я тебе покажу. На спине будет. О, прикольно. А ты по текстикам, да, только угораешь? Ну это типа вот название моей эпишки, понял? На спину. На мозг. Да ты уже в субботе тату? Ты что? Штук 40. У тебя вот? Сам. Тату 40. 4. Да, бля, на самом деле это не 4. Круто. Типа я их все набивал. Вообще невосознанно, ну типа я малой был, да? И сейчас, ну не то что жалею, просто, знаешь. Да не стоит жалеть. Да не. Всегда не можно свести. Да, понятное дело. Но... Я бы это сердечко свое. Просто зажигалки. Нормальный подбородок. Жабры, ебать. Так это мышца попробуй. Хорош. Накачал, да, брат? Не, потрогай. Жабры. Так что, пацаны, прежде чем колоть татуировки, если у вас нету, то задумайтесь. Отрастите жабры лучше. Знаешь, как я под водой дышу? Сейчас. Ты у меня просто физиология, понял? Ты что-то перегрелся. Пеликан. Вася, ты такая же хуйня? Да. Блин, просто тулуп. Жаба ебаная. Да не, ну мне получше. Фаерхокер. Знаете, МС жабки. Это что, Исло? Ты же там вывез, да, на Хэллоу? Я вчера выиграл там. Опять? Да, 700 тысяч. Сколько? 700. Это сколько долларов? 10 тысяч. Найс. Примерно. Ну, ты же там со спина выиграл, пиздец. Да, со спина там, ого, раз повезло. Чит-код вел. Просто мне только так везет, понимаешь? Так именно выиграть. Спроси у Морти за трек Dirty Dupe. Тое. Тое. Ага. Он вообще, да я, блядь, не мог, не успеваю читать вообще. Жарко. Не так жарко? Что-то... Погодка вообще топ, да? Погодка вообще сказка, я тебе так скажу. Когда просто солнышко на улице, ты шо? Просто садись и записывай именно эпишку за день. Я про фит Моргена и Морти. Что? Ну типа, когда фит с Моргеном? Это не планировал. А у вас же разные стили, да, какие-то? Или нет? Я просто музыки, ну, не первый день. Ну да. Ай-яй-яй, ты что? Ты знаешь такого? Да. Здесь был похож на Холланда. Да. Чисто Холланд. Футболист. Да шарю, я даже подписался на него, потому что он реально похож. Да, он особенно, когда ты волосы вот так закидываешь назад. А, в натуре, лол. Я такой выпадал. Убегать. Надо подраспухнуть назад, это что-то... И, ну, и двухметровым быть, понял, таким. А. С фараоном, когда фит, а с Клеопатрой, а с Клео... Клеокатра, это что это, да? Клеокатрой, когда. Как сейчас запомазаться? С Креосаном. С Креосаном, когда.
вообще приехали? Главное, молитесь, чтобы там был нормальный интернет, потому что там не будет интернета. Вот бэшка. Подкатило. Главное, чтобы был интернет. Там Женя звонил, говорил, что нормальный интернет есть. Палагин несчастный какой-то. Там мы вчера висели просто. Ну да, чуть-чуть подустал. Мы такие подуставшие. Ну, понимаете, вот эта динамичная жизнь. Я хотя бы здесь гуляю. В отличие от Стамбула, то он был бы ИРЛ с торгового центра сейчас. Все, приехали. Морти, хочешь фицки Зару? Да, пацаны, вы такие вопросы задаете, типа. Странные, да? Ну просто, да. Да, типа, тут твоих типа много набежало, я вижу. Да. Когда встреча с Барби? Ого. Опа. А что, подружка твоя? Твоя, что вроде. Нет. Твоя подружка? Да, что, позвать ее к тебе? Тебе на концерт себе не позвал, бро. Она что? Да не, твоя. Ну, твоя тоже. Парк, Славик. Ответь. Я... Поклянись. Вернусь. Сильно. Если тут скейт-парк, наверное. Все. Выходим. Расстегивайтесь. Расстегивайтесь только. Потому что я так не вылезу. Владик, возьмешь сумку? Так, никто ничего не забыл? Нет. А сколько времени? Половина. Половина, супер, скейт-парк, пойдем. Парк, реально. Блядь, ну что со Стабиком? Что со Стабиком? Это вообще похуй кто. Бля, так, вот слушай, а где... Ну, внутри, наверное. Подожди, а где тир, блядь? Фигуры. А где тир, блядь? Стоять, блядь, куда мы приехали? Такс, подожди, подожди, куда мы приехали, пацаны, блядь? Я все, конечно, понимаю. Сейчас. О, сука. Блядь, мы немножко не туда приехали, мужики. Да, нам немножко нужно пройтись. Немножко нужно прогуляться. Чат, не туда приехали. Go Skate Park, так нету скейтов. А есть фишка у кого-то? Я бы дал фишку. Ты же не взял свою. Бля, хотя я вот сейчас курю сиги, допустим. Блевать хочется, пиздец от них. А можешь мне достать, пожалуйста? О, Skate Park. Слушай, райончик приятный такой, да? В смысле, блядь, что вам не нравится? Смотри, зелень, домики строятся, да? Приобрести тут один себе. Живешь, у тебя тир, скейт-партик сразу на районе, а? Там хуёво, бля. Вот, продуктовый. Смачнего. А добро, добро, заебище. Заебище? Заебище, а добро-добро. Не-не, шведко, шведше, как вы? Шестко, блядь. Шлимак. Это слимак? Курва, бобр. Шлимак бобр. Это что? Это улитка. Шлимак. Шестко, суко. Что он там делает? А он фотографует шлимака. У пани целка є? Чи назис? Чи назис? Я знаю... Ой, блядь. Выпердали же много жизни, что-то. Типа, уйди нахуй с моей жизни. Выпердали? Выпердали. Бля, пацаны, надо польский подучить. Чи нас здесь? Блядь, я туда иду? А, походу, реально, вот такой парк, смотри. А, так вот он, ебать, там большой. Скейтерский движ. Вряд ли реально на улице, и тут там близко такая огромная, больше, чем тут скейт-парк. И там горка одна, да? Блядь, Сабик садится. Хуёво. Сука, нихуя себе, мы где? Бро, я хуй знаю. Что-то помнишь? Не шутки? Да, он на тебя все стоит. Не-не-не, ну вы на районе.
Ты-то здесь, она, слышишь? Ёб твою мать. Где мы, нахуй? Бро, а где мы? Да хуй знает, блядь. Где-то в пизде. А, вот, нашел. Нет, какой-то, понял, административка какая-то. Все, мы нашли. Бля, атмосферно, да, так? Не знаю, мне нравится здесь. Вот, сюда нам. Как будет бронь по-английски? Booking, точно. Стрелять, да. А там дрончик, да, взлетает у нас. Резервер. Резервер. Ну, резервы тоже. Ну да, это здесь, скорее всего. Так, с кем мне только общаться? Катим ли? Ну да, сразу катим. Бычок затушу. Надеюсь, она тут ловит. Так, а мы сюда, да? О, Владик по-английски знаешь общаться? Гурам по-английски. А, и Гурам знает. Боже, вы молодцы. Я могу, вообще. Брат. Что надо, я могу. Сейчас мы ждем. Ни разу не стрелял, да? Страшно. Честно скажу, тебе страшновато немножко. А с чего будем? С чего хотите попробовать? Вообще. Ты знаешь? Сейчас. Ждем нарезку на YouTube, где в комментах будут писать. Не вижу. А в стрельбе нет ничего страшного. Не, ну мне страшно стрелять. Страшновато. Но главное, сейчас правила расскажут еще. Я вам сам правила расскажу, я много раз был. Каталог. Ого, ты шо? Чиназ? Чиназ, чин, чин, чин. О, санчиз? Санчиз. О. Чиназ, маргарин? Марголин. Ого, тут такие винтовки ебнутые. Ты шо? Я, шо с тобой не так, Вась? Это что? Даны? Да. Куча пушек. Это как Вторая мировая? Это Вторая мировая, да. Но с пистолета тяжело попадать. Глок? Тули? Было бы прикольно. Я не помню, не знаю, тут в правилах можно нарезной или нарезной гладкоствольными стрелять? Вот с этого, бро, рука отлетает сразу. Посмотри, какой он огромный. Пиздец. Огромный просто, бро. Смотри, как вообще, ну, типа, красиво, да? Модно, да. Олдскульные, самые топовые, посмотри, вообще дизайн. Это такие чисто ковбойские. Да. На ковбое, да, чисто двигаться? О, вот пошла же, другой. Да. Это другой, нет, это не дробовики. Ого, ты что, это что такое? Стрель. Это УЗИ с прицелом. Hello, Артур. Four people. Okay. Yeah. Can you have your ID card? Ой, я... А, надо... Точно, я забыл сказать, что надо все паспорта взяли. Я забыл сказать об этом. Ну, все же есть документы с собой, да? У меня тоже есть. Я думаю, с пистолетика сейчас пострелять. Ну, сейчас повыбираем что-то. Я сейчас по-другому буду посидеть.
Сейчас ты подремаешь. Ебать от стволу в грудь. Я того ебал душу. Да ты шо? Еще и скины добавили. Скины можно выбирать? Скины. Я ебал. Третий-то. Мы сейчас будем что-то выбирать. Возьмем по два ствола на каждого. Какой калаш с прицелом? 8x. Что это вообще? 50x? Не, это... Это бонус. Не зашла, да? Чат какой брать? Не, мы в Варшаве. С револьверчика не хочешь? С вот этого. Что-то такое, я хочу что-то необычного посмотреть. Байкал. А вот это, слышишь, оно все такого может? Закинь с этой темы просто. А можно? Я бы сел. Тише, тише, документы я не палю. Заберите. Это же Песси. Его дома забыл. Со снопы, да, пострелять? Ну, сейчас мы Сауга. Ой, я Сауга хочу. Кстати, вот АУГ с прицельчиком можно уроить. Сауга надо попробовать. Вы думаете, тут это все типа... Там нет, конечно, пацаны, это просто оружие, которое существует. Тут нет всего оружия. Are you have all guns in the book? It does depend. Sometimes you don't... Подпишитесь. Его там еще слева. Сохрани стрим, я сохраню, да. Okay, I need the pick weapon in here, yeah? Yeah, so you have three different options. You can choose packages. If you didn't shoot before, I would suggest that you go for packages. Or if you have specific guns in mind, you can just look through catalog and write down for you which guns you would like to package? Try. Мне кажется, как раз, и все на одной волне, знаешь, будем. Да, нам нужно package, чтобы хотя бы у каждого было... How many bullets we're gonna have per each? Packages usually for one person, so that depends. If you would like to choose specific guns, you can just write down for me which one and how many shots. All the guns will write it down, price per shot and how many shots is minimum per person. If you're choosing yourself which guns you want, you need to add 30 złoty additionally for shooting range fee for each of you, okay? Давайте возьмем все четыре, возьмем вот эти. Can we get... Four packages. Number four? Number... Или посмотрите, какого. Что вы хотите, чего пострелять? Или разные возьмем просто все. Ну вот тут есть САУ, ГЛОК, АКАЛАШ, КОЛЬТ есть, ШОТГАН. Все возьмем, да? Да, давай. Give me four. Package four. Okay. Поехали пока в туалет. Да. Какой если 4, чат? Что вы там придумали? Okay, so for minutes I'm gonna tell instructor which packages did you chose and he's gonna be here in 2 minutes, okay? Okay. Как ты шурить хотел? Сейчас. Сюда, я не хочу курить. Только курили, бро. Только курили. Ты стрелял когда-нибудь? Да, много раз. Я и в Киеве, и в Праге был. С калаша, с эмки, с пистолета. Да, да хуя чего? Сайги не стрелял? Сайги нет. Я стрелял в Сайги на 2 дня, я год, прикинь. Ну, с наушниками надо стрелять тебе. Ну, сейчас Морти будет шугаться, пиздец. В смысле, Вадь? Не, он в Харькове так, только так стреляет, на улице. Я понял. А как же треки еще писать? Ты пишешь про треки про тули, а сам ни разу не...
не шотил. Хотя шутера просто есть, да? Просто нельзя признаваться, понял? А, да, ты в розыске, да? Забыл, брат. Забыл. Ты пьяный или кто, друг? Слушай, я всегда на свежем. Всегда на свежем двигаемся. О, ты шо, дядь, сейчас ременчиком попутай надо. Видишь, как зашутил малая, аж засмеялась. Это веревка, ну не тяни. Ой, нет, только не роняй свою палку. Ебать! Что? Сука, куда тебе пальчики сунешь? Сколько стоит? Один пакет $100. Один пакет $100 стоит. Ну, $400. У меня есть деньги на карте. Или я вот с Морти срежу. Можете есть деньги на карте. Санислав за всех кидает. О. За все патрончики. Да. Вот эти как-то с Джеки топовые, пиздец. Нравится? Мне разонравились. Мне вначале нравились, сейчас разонравились. Это не те, у которых под низом еще? Да, под низом, которые еще. О. Есть. Надеюсь. А ты что, на Стразе? Эти шли в комплект? Да, но я вот эти лучше всего. Эти шнурочки. Самые пиздатые. Один пак $100 стоит, пацаны, а нас четверо. А ты знаешь? Ай, ладно. Что знаю? Хочется уже велдань. Велданчик на мясо хочется? Свининки, да? Да. Мы отсюда сразу едем на велданчик. Свининки, курочки, да? Мы сразу на велданчик титулимся. Пиво, братан. Егорчик. Посмотри, сколько можно пить, пацаны. Какое Егор, пиво, блядь? А что было с Егором? Ну, вообще, брат, он еле стоял. Серьезно? Да. Перепил. Мы взбавимся? Бля, я вот так не хочу висеть. Да не-не-не, Егорчик нормально. Все нормально. Морти, почем? По настроению. Да мы ничего не употребляем, сука, чат. Пацаны, мы вчера гуляли просто. Да, мы вчера гуляли, у нас отходники. Что, блядь, они все небольшие. Думают, что я какой-то нарик, я вообще на наркотики ненавижу. Да, мы просто на спорте двигаемся, спорт дает сил много, понимаете? Так вы будете стрелять? Да, сейчас буду. Просто ну ждем, что проверили все стволы, там 4 пакунка. Я бы хотел понял как, чтобы каждый с одного оружия вот так одно отстрелял. Да, одно отстреляли четвером, второе отстреляли, делились эмоциями. Потому что если мы будем ждать, чтобы один со всех пострелял, а потом следующий, то будет так себе, конечно. Посмотри, сегодня еще поедем шашлыки жарить. С ДНГ хаосом у них на стриме. Тоже там будем, поедем. Кстати, телефон уже не так садится, уже 60% прошло, но село 30% за час. Считаю, это не так много. Что там, тули? Стрелять нужно только трезвым. Так мы трезвые, блядь, мы никто не пил. Ты чё? В смысле, блядь? Вы чё, рофлите, блядь, чат? Что вы тоже напридумывали себе? Что вы гоните, нахуй? Вот это что ты гонишь? Пошли, тут нельзя курить, чтоб так стоит. А где рыжий? Рыжий, блядь, как сидит. Как? Сейчас мы попробуем. А что все думают, что он тоже не трезвый, что на торчей похоже? Да. Понимаю, просто как-то пацаны тоже вас определили неправильно вообще. Надо им объяснить, что это не так. Некрасиво, правда так? Это ужасно. Да, ребят, некрасиво так о друзьях моих отзываться. Игра фицы гексогеном. Ебать ты долбоёб, блядь. Ёб твою мать, блядь. Я в ахуе. Ну шо тип, блядь, пишет? Ебанётся, блядь. На солнышке прямо? Лето, солнце, жара. Так что, Басик? Басик, ко мне? Ну, на тебя проходку тратить надо будет. Так и на девчонок. Да, на девчонок я не буду тратить проходки. Пускай сами заселяются. Я только кентов могу поводить. Девочек я ебал туда заводить за проходку. Я 2 проходки на родителей это, типа, оставлю. Это типа раз в месяц дают эти проходки? Ну вот это сказали в сентябре, на экс дадут 8. Я думаю, пиздец, почему так поздно? Каждые 3 месяца. Почему? Кто мне звонит? Здорово. Кто тебе звонит? Привет, бро. Можно сфоткаться? Конечно. Алло? Friendly Fire. Нормальный стиль, Friendly брат. Family. Нормальный стиль? Это луики? Да. Настоящие? Угу. Или паленые? Настоящие? Не, серьезно, настоящие. Да, настоящие. Там у меня стабик, блядь, сел. Нормальный свэк, братишка. Ебать, круто. А кто может закинуть мне рюкзак стабик, он сел? Просто положить, да? Да, просто положить. Кто нас может сфоткать? С тобой, злой, и Морти. Да, ура, наверное. Еще Палагин! Здорово, бро. Вчера виделись. Бро, смотри, какие у него подкрадули, блядь. Пиздец, я в ахуе. Сколько такие стоят?
Долларов 800, наверное. Серьезно? Да. Бля. А что, это кастомы? Они за 20-го года. Это кастомы? Или что? Не, это вот, ну... Бля, не бывает. Air Force X Louis Vuitton? Да. Такого ж не бывает, брат. Бывает, не, бро, серьезно. Бывает или нет? Зачем ты выдумываешь? Да не, нормально. Да не, бро, что ты, да? Давай сфоткаемся. Я могу сказать, что паленка похер. Давайте сфоткаемся. Мне тоже понравились. Кто может помогал на Samsung сфоткать? Давай, давай. Давай. Сразу четверма? Давай, давай, так быстрее. Давай. Владик, становись, давай. Давай, Владик. Владик, да, просыпайся, зайка. Имеется, да? Спасибо, бро. Красавчик, реально. Так тебе что жизнь дал там? Какой жизнь? Шотики вчерашние. Давай, да. Тебя тоже... Удачи. Бро, можно, пожалуйста? У моего брата сегодня днюха, тебя смотрят жестко. Передать ему видео сообщение? Угу. Давай, как зовут? Богдан. Богданчик, да? Да, сейчас, можно я прям на видосик запишу? 16. О. Сейчас, секунду, бро. Со словами передашь. Давай. Алло, Боди, с днем рождения, желаю счастья, здоровья, красавчик, двигайся так же, йоу, все ждет тебя впереди, let's Нюхай, go. Братан. Йоу, с нюхай, да. Все, дал? Спасибо большое. Да? Пожалуйста, бро. Давай, бро. Ну, все удобно. А я честно, бля, ты на стриме нельзя. Да, нельзя, да. Говорить. Не надо говорить, не надо. Что там, братик? Все понятно? Пиджуешься. Можно чуть-чуть с вами потусить? Бро, мы сейчас на стриме, лучше чат, не надо. Чат разрешает? Не, без запреток, я шарю. Мы будем стрелять, брат. Ты сколько лет? Не, как стрелять пойдете, я... Сколько тебе лет? Давай посидим. Нет, стрелять нельзя с нами, братик. Ну, посидеть можешь, мы еще. Мы не кусаемся, все равно ждем пока. Что расскажешь? Ты откуда, Саныч? Да. С Донбасса. Как двигаешься тут в Варшаве? Офигенно, в принципе. Ты работаешь где-то? Да, не, ему 15 лет, брат. Так а шо, 15? Посмотри, я в 15... Не, я в 15 тоже на строечке. Я тюбиком был 15, блядь, вообще. Ну, я 50 килограмм весил, блядь. Малюсенький я, такой, я манюня. Я как-то работал на стройке, меня кинули, прикинь. На что? Дали бабок? Да, типа, дали меньше, понял, два раза. Сука, мне такая же хуйня была. Пиздец, такой, сука. Бро, я цемент грузил. А что ты делал? Что ты конкретно делал? Там был, короче, пятиэтажный дом, и надо было спускать, типа, с чердака всякую, типа, поэтому... всякий мусор. Не, просто самому, да? Нагружать мешки, да, и таскать, короче. А я знаешь, что делал? Как? Я, сука, не сено, а эту... Кайф, вообще, солнце. Зерно грузил, блядь, всю ночь, сутки. Не дали бабок, блядь, прикинь. Вообще ноль? Вообще ноль. Я 12 часов грузил зерно, пиздец сложно. Там мешки, блядь, по 70 килограмм. Мы их вдвоем так грузили, как блядь, закидывали. Учишься, да, на кого ты учишься? Я в лицее учусь. А, в лицее? Кайф, кайф. И как одноклассники? Педали, блядь. Поляки. Ну, ничего плохого сказать не могу. Не знаю. Снять бы, да? Ну да. Давно тут? Ну, уже год. Ты вот из Донецка? Из Донбасса, со Славянска. А со Славянска? А ты и переехал потом? В Варшаву. Не, ну сначала больше просто скитался, потом в Варшаву. Не, ну там же в 14 году проблема началась. Да, да, почему? В 14 году по ты... Украине был. Понятно. 15, молодой, слушай, молодой. Выглядишь хорошо на 15. Да, да, на стиле, красавчик. Мне нравится. Да не, я просто вообще я чуть ли выбежал, я вот тут же. Я просто увидел его в центре, смотрю стрим, думаю, ну если повезет, ну в центр не хочу. Мы как раз подкатили. И тут бам, прямо возле моей хаты. А ты вчера с мамой подходил? Да, да. В смысле, это ты вчера с мамой подходил? Да, с мамулей. Вот оно шо, блядь. Владик на кайфе. Загораю. Кайф. Да, слушай, жара пиздец. Что это тут и солнышко дает о себе знать. А что там по стрелушке? Что там по стрелушке? Это вчера что-то подогрело. Я видел стрелушку. Что, может спросить пойти? Там же инструктор сказал, заберет. Встретился еще с пацанами. Да. Это в тамблер уже? Не, не так, запиши нормально, слушай, запиши вот с моими близкими. Всем увиделись, с близкими увиделись. Обкашлять пару вопросов. Что нахуй заебать, типа? И вот Морти. Топ-5 артистов твоих любимых. Топ-5? Да, да. Вообще... Я должен сейчас тебя на первое место поставить. Не, его что, просто он... поставить на место. Не, просто скажи, я должен тебе сейчас на место поставить? Понял, типа? Да,
поставить. Ну давай тебя поставим. Да не, не обязательно СНГ-шник, может ты западных слушать. Ты можешь не ставить 5-е, 4-е, просто скажи 5, кто нравится. Да, 5? Вот твоих, да, которых ты в наушниках гоняешь прям сейчас. Постоянно? Да. Ну шо, ну, давай западных, типа... Давай. Lil Nas X, классный. Потом уже по СНГ пойду, 4-е, Тейп. 3-е, Хэггулес. Моргенштерн. Потом Кизару и потом Окси. Почему? А, Вазар. Потому что он скажет Моргенштерн, ну вот когда он сказал Моргенштерн. Не, ну Моргенштерн. А ты где? А где ты? Да я... Не дорос еще. Да мне вообще похуй. Да не дорос, брат. Есть куда стремиться, понял? Там чел в чате писал, что меня никто не заметит на стриме, я спамил. Одно сообщение он писал, что всем похуй на меня. Вот вышка была. Выкуси чел. Да. Сука. Это мне чисто, да? Я за камерой стою, да? Извините. Не, не. Приношу свои извинения. Рваное дело я дал, ура, мы подсмех. Извинись, да? Да. Да, подходит, говорит, извини. Он хорошо, извини, брат. Нормально, извинись. И мама подходит. Ну, видите, не забоялся, подошел. Ладно, решил. Это Оксимирон трек. 11-й, а? Оксимирона ни одного трека не слушаю, кроме Дисона Моргана. А можешь мне дать какой-то? Не? Окей. Все, давай, бро, удачи. Давай. Не, ну, удачи. Да, конечно. Все, на связи. Yeah, I'm ready. Брат, интернет, пожалуйста. Только что был интернет. Так ты не спросил Wi-Fi. А, надеюсь, мобильный будет ловить нормально. А, вы еще кубами? Ну, вообще есть. Окей. Let's go. Две есть чай, еще пять. Понял? Выбирай. О, я пойду интернет слушаю, узнавать. Excuse me, are you have Wi-Fi? Where you take Wi-Fi? I have no idea. Wi-Fi. Yeah, I know. What are you talking about? But I don't think we do have any. Yeah, I need password. And you need to ask at the register. I'm not sure if you're allowed to. 1 second. Are you have Wi-Fi password? Yeah. Can I write it, copy here? Yes. PM shooter, yeah? Yeah. Okay. А что он сказал? Возьми на секунду, я одену. Одевай наушники и очки обязательно. Ничего не слышно. Put them. Очень. Okay, everyone's ready? Yeah. Можно я перший? Я в ней нету. Вообще. Нету? Hey guys, we will start with safety briefing, so I need all of you to hear and watch. Safety rules. First and the most important one, the barrel of any gun we're gonna shoot is pointed only that direction. You don't turn with the gun, don't play with the gun to the sides, don't turn around. The gun stays pointed only that way. Second most important rule, the finger that goes on the trigger is away from the trigger until you're ready to take your shots. So most of the time it goes up here. Now to be ready to take your shots, you need to grab the gun as high as you can hear from the back. So this is okay, this is not okay. As high as you can. From the other side, like that. And thumbs up stays on the one side of the gun. So don't do that. Thumbs goes here. With those fingers, you cover these fingers and then you squeeze the gun hard enough to have strong, firm grip. But not the right of your arm, straight back, straight arm. The gun is on the level of your eyes. So in this gap on the rear side, you need to point the front side. And top of the front side. The top of the rear side, so it's supposed to look like that. Rear side on the sides, front side in the middle on one level. And when you're ready, when you have the position, the grip, and you have aim to the target, then and only then finger goes on the trigger, and then you pull it slowly, smoothly like that. Because if you will just press it like that, you will tense your muscles in the wrist and the head shots will go to the side. So remember, slowly, smoothly. The next part, if anything jams on the guns, you pull the trigger, nothing happened,
finger goes back here and me or one of my friends will take the gun away from you. Yeah. Чат, вы видите меня или нет, чат? Кто где стрелял? Весь собой колда. So guys, we will start with that station and then we go to the next station and in circles until we are out, we are done. Снимаюсь. Не слышу. Дробовика снимаюсь. Мне кажется, с дробошами надо будет. Нормально, нормально. Да. У меня еще тату. Да? Лагает сильно, да? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот что вы забили, я ничего не слышу. Лупа завжди в безпечну страну. Ебать, посмотри на эту пусечку. Не могу. Батареи выменные. Я не вчера там. А ты добрый, мы не знаем, как ты же. Да, а ты. Батарейка бандита расплются и жива. Интернета, чтобы... Ты попаду. Ты сломал, брат. Сломал. Да у меня нет, не работает стрим вообще. Не работает? А к Wi-Fi спрашивал подключиться? Да, подключай. Да не, я уже подключился. А что они говорят? У меня все, мой стрим упал. Не работает? No. Как вы видите, Wi-Fi мобильный. Нормально, нормально. Работает? Да, чуть-чуть есть. На Wi-Fi наоборот сейчас. Или что, работает? Работает? Маркин, Тюмер, I'm good. Стой, Вова, работает, ебать. Вова, работает, Тюмер. Капец. Давай я. Блядь, так работает? Ну ладно, Вова, еще, блядь. Я все попал. Работает? Ладно, ты еще не идешь? Я иду, я тоже сейчас пойду, но надо, чтобы кто-то снимал. Можешь на мобилку подснять? Что? Можешь на мобилку подснять? Давай. Здесь. Давай. Ебать, ну и лага, лол. Как
Сядьте, Гурам. Вообще это очень люто, братан. Охуенно? А? Охуенно? Очень. Сейчас я буду стрелять. Сейчас да. Это я. Сейчас я тоже буду. Прикольно. Прикольно, да? Ну ты, сука, все промазал. Так, а моя очередь где? Короче, с того именно намного легче, чем с этого. Очередь. Гурам, ты сейчас Гурам? Давай поснимай тебя. Давай. Влад, ты уже походу сюда идешь. Пацаны, здорово. Что, нормально работает у вас? Пиздец, если честно, вот я в наушниках и в ахуе, гупает пиздец. Ручки вот так вот убегают. Вот с холока вообще разъебал. Он очень легкий, брат, это не тот, он просто пу-пу-пу. Он охуенный. Смотри, я... Лол, окинь в ТГ в основу, что мы сейчас именно будемся, пожалуйста. Так, дальше что? Смотрите. Стрёмно, да, Смок? Вот я попал с блока. Да, а вот этот, брат, вообще типа тяжелее. Так, я сюда, да? Бля, что ты тут был? Нет, очень. Да, идешь ты сюда. Вы уже по второму кругу были? Не-не, я... Как вам эмоции? Мне чуть стрёмно. Толчик. Да, толчик. Я себя чувствовал лёту, типа. Да. А вот здесь, а? Ебать, я шутер, пиздец. Ты видел, как я пиздую? Я ебал. Чат, это пиздец. Владик, что ты, блядь? Сейчас ебал. Стрёмненько чуть-чуть. Стрёмненько, да? А там сейчас с винтовок, с дробовика будем ебать. Дробовика, мне кажется, ебал. Это прям жестко. Дробовик нормально даст прикурить, бро. Лол, а кинь еще в Бурмолдову и ТГ, что тут перестрелки начинаются. Так, чисто, я хочу, чем побольше выделает. Только раз, два. Это я. Я. Ебать, я подохуел, Вась, он мне гил. Давай я поснимаю вас, хочешь? Это коллаж даю? Блять. Давай, брат. Давай, Вась, давай я снимаю. Сейчас лаваша снимаю. А ну, давай, ебать. Вася. Точка есть? Вася, ебать. Есть, принимал. Точка есть, нет. Рука болит, правда, немножко? Что?
прицеле ебашу? Да, ну, да. С прицелом, конечно. Иди, иди. Прицелом мне интересно, прикольно без прицела. Типа кошка, знаешь, да, мордик, мне вообще не попал. А? Вообще не попал никуда. Бля, сейчас калаш. Иди с калашом. Иди, иди. Давай. Сейчас тут. О, это АР-ка. АР-ка. Пацаны, дробаша, наверное, не будет. Давай. Это легкая. Это легкая, бро. Это очень легкая. Это... Давай, я сниму. It's not finished, говори. Ебать. Что ты скажешь? Бро, а вот еще один сделай. Сразу же. Сразу же, бро. Сразу же. Бля, я не знаю, как у тебя интернет установился чат или пиздец. Я вообще не понимаю, как это установился интернет. Вась, ну плечо не зря качал, я говорю тебе. Я в плечо упер. Вот это легенькое. Вот это легенькое, это АР-ка, она где-то. Идешь туда, брат? Я иду, это для городских боев. Короткая и удобная. Не упал и нет? Нормально? Не, вроде норм все. Ебать, хорошо, что не лагает. Йосип нормально только что. Смотри, дядя, как наебашил в цель просто. Смотри. Не, нормально. Видел? Просто папочка все, папочка все просто. Все в цели. Да я знаю, как ебаш. Царек. Дробовик. Бля, я не хочу дробаш, я не буду. Я хочу. Плечо. Да у меня плечо, тут татуха, брат. Татуха, понял? Я
ППшечка, брат. ППшечка. Что ты сказал? Sorry. Repeat, please. Full auto, автоматически, я с автомата ни разу не стрелял. Это будет 4 пули, понял? Типа надо... Ебать, это охуенно, брат. Лечо вопри, нормально. Именно американцы. Ебать. Еще стреляй, это как бёрст. Ебать. Лёрс, да? Тише, тише. Осуждаю, лучше не говорить, да. Так. Ну, типа, понял, это просто жили, да, мы людей не привязываем к этому. Осуждаю. Ебать дробовик, блядь. Давай на дробовик. Не, давай, давай, давай. Ебать. Ебать. О, это пиздец. Больно? Мазь, брат, у меня так тут. Да, хочу посмотреть, как вы спать туда-то. Ready to go. Ебать, бро, так она фул автомат. А ты... самая, просто фул автомат, бро. Ты это фул автомат. Прикольно, тебе. I'm not shotgun. Да, возьми, возьми. Прикольно очень. Больше всего нравится. Нет, а вообще как в кино перезаряжаешь. Терминатор, да? Да. Лучший тир, в котором я был, я клянусь, это самый лучший тир. Все? Вот это вообще раз. Пиздец. Это прикольно. Это пиздец, бро. Давай про моих ебашит, бро. Все, мы отстрелялись? А, it's finish? Это все? Это самое отсюда. Вот это самое лучшее. Excuse me? А it's finished? It's last? Yeah. Yeah. Thank you. Все, мы можем выйти? Yeah. Погнали отсюда. Давай еще возьмем что-то. Нет. Давай револьвер возьмем. Нет, нет. Боишься? Заебался? Рука не болит? Окей. Okay. Guys, there's one more gun for you. A heavy machine gun. Wanna try it? Show me. Yeah, I wanna try. Like that one next to the wall. Yeah, yeah, I wanna try. Ебать! Yeah, that's a heavy machine gun. Show me. No, I've seen. And that's 160 PLN. 160 additional fee. Okay.
How about you guys? No. I wanna try. Ну дай посмотреть. Нет, нормальный. Ебать! Пацаны, что это такое, ебать? Ебать! 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 Нормальный стул? Я не видел еще! Ебать, карета, да? Пиздец. А я не пойму, у меня Wi-Fi или у меня что? Да, я на Wi-Fi сижу. Сейчас, подожди. Да, на Wi-Fi, блядь. Да. Пошел. Ты что, гонишь? Ебать. Сэвэш. Ебать. Охуенно. Ебать, я такого еще не видел. Сбоку встань. Я ставлю. Бля, сейчас другие клипы будут, я чувствую, пацаны. Записывайте эту хуйню, пацаны. Я такой сяду. Да. Превью хочу. Рэмбо. Ты сомнешь, что ты? Нет. Да. Нет. Now your legs go from the shield. This? Yeah. Yeah. Crazy frog, ебать. Then you press it up and hold it until it's gonna fire. Okay. Fire? This fire? No, wait. Safety up, then push the trigger in. This is the safety, this is the trigger. Yeah. So first lift up the safety, then wait. When you will tell you to fire, push the trigger and don't let go. Пацаны, и нет, нормально? Finish, you send all of them. И нет, заебись. After a heavy machine gun. Yeah, okay, I'm very scared. Don't be. Okay, ready? Yes. Safety up. Push the trigger in. That's the trigger. Out or up? That's up and this in. This on the side. And hold it. Летели просто, это пизда, ебать. Anyone else wanna go? No. How much is it? 160 Polish money. Yeah, let's go. Okay. 100. Ты хочешь попробовать? Кто хочет? Не, я не. Кто хочет? Я ебал, пацаны. Я там сел, у меня гильзы, блять, как полетели, это пиздец. Don't let go of the trigger. When you push this in, don't let go. And you're gonna do its thing. Безъебёт. Охуенно, брат. Пиздец, он такой... Я в ахуе просто. Кстати, тут с ними тут, брат, да? Да там пули летят, нахуй. Safety up, and then push the trigger in. And don't let go. No, just lift and push. Push, да, до конца, вверх. Вот эту штуку вверх тяни. А, ее вверх? Да, ее тоже вверх. Другим пальцем. Зажал, братанчик. Брат, у меня аж палец чуть не оторвало. Нормальный спрей. Да нет. Да, thank you. Okay, нормальный спрей. Пиздец, да? Как вам вообще? Thank you so much. Очень круто. Спасибо, very good. По 4 пули выпускает. Моя любимая. Это топ. Я все домой такой купил. Брат, домой. Рюкзак забрал, да. Домой купил. Все, пора платить. Бля, интернет как-то в секунде. Пам, и поднялся. Я уже хотел оффать. Посильнее, сейчас палец отвечает. Бля, хорошо, что я не оффнул, пиздец. Хорошо, что я не оффнул. Последний, это вообще... Это пиздец, этот пулемет, блядь. Мне срака вспотело, пацаны. Нет, брат, просто это страшно. So do you want to pay together or separately? I'm... Only one pay. Card. Okay, so together or other. Yes? Ой, вы скажите, что ты, пожалуйста? And the water one. А какой воды там есть? Обычно вода? Still water. Я не как вам чат? А, спорт мне занимается. Я как вам? Я не думал, что в Кирах столько оружия может... Да, не, ну мы ездили, я в Стамбуле, нету нарезного и гладкострельного, только пистолет. Я просто прикинь, что у них все виды. So you're paying for everyone? Yeah. Okay.
Но сейчас, честно, чуть-чуть больше понимаю. Пацаны, вообще, это тема, это ебать сложно. Они слышат каждую секунду эти выстрелы. Они явно не в наушниках. Как вам чат, понравилось? Уши в ахуе, честно. Хомач? Уши именно, блядь. Окей. Бум. 500 баксов. Сколько? 500 за всех. Ну, это сказка вообще. Я, у меня тоже аж очко вспотело, пиздец. Да, да, привет. А тебе? С пулеметом, ты да. Да я, там Морти стоит сбоку, я вижу, эти ездили, в него летят, блядь, он сидит там. Они горячие, сильно, они прям... Конечно. Штаны даже, понял, или что? Thank you, bye. Либо с дробилка, либо с чего-то, брат. Но я именно умирал там. Очень круто. Чат, 1, 2, 3. Дробовик очень прикольная тема. Брат, просто какого года вот эта пушка? 30-го, мне кажется, какой-нибудь. Да нет, 2-3. Первый мировой. Босс, excuse me. Can you tell me the year of this gun when you're like sitting in... 43. 43. From... Yeah, 1943. Second World War, yeah? Yeah, yeah. Pretty much. And Germans use this or... No, that's the Soviet one. Okay. Soviet? Soviet. Бля, это пиздец. Это было... Ну, я рад, что получил. Я хотел уже оффать, но у меня просто 60 кадров, 4000 битрейта. Спасибо за контент, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста вам. Да, за то, что смотрите. Нихуя у меня... 100 лет назад вот на войне это использовали. Вот так типа сидели, вот так... так я прикинь... Вам спасибо. Только когда вот на тебя это снег, оружие... Снег, да, мне, сука, кожа. Ой, блядь. Так оно, братан, что оно делает вообще? Кромсайд, да? Чисто... Творожка надавал вам. Дай сережечку. Сколько там? Сильная хуйня, да? 10 из 10. Спасибо большое. Вам спасибо за компанию, мужики. Блядь, а прикинь еще, там тебя попадает, и ты ж мучаешься. Не, брат, ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь. Это адреналин. Из адреналина. Да, не, ты не чувствуешь, ты потом поймешь, когда... Ты, блядь, умираешь. Лучше уже, мне кажется, и не понять потом. Да, конечно. А такое выжить невозможно. Ты видел там вот такие? Да, пацаны, давайте на позитивное. Так позитив то постировал. Цветения сейчас, цветения идут. Топ, честно. Убрал палец. Что, едем на хату? Сдует. Сейчас чуть-чуть в себя еще придем. Я именно, я в ахуе, понял? Похавать хочешь? Именно в ахуе, да, да, что типа. Ну реально самое топовое. Алло, алло. Вот это, когда вы можете стрим включить, да, пацаны? У меня стабик сел, кстати. Кстати, чуть-чуть чувствуется вот здесь. У меня сейчас сенсор. Вот дробовик, когда стрелял, вот это неприятно. Бля, дробовик это вообще пиздец, меня аж назад отбросило. Мне не понравилось дробовик. Я вылез. Ребят, это Гурам. Сейчас, брат, сейчас, я покажу. Не-не, там пацаны будут стримить, и мы к ним на шашлыки поедем, мы там тоже будем. Но мы можем еще прогуляться. Ты прикольно, Тимофей? Прикольно, да? Такого, ты на свиданочку вот так, прикинь. Это редко, столько пушек. На свиданочку, так прикольно же. Я с малой ходил. Я вот так ходил, а в основном в Тим в какой-то момент. Я в Турции ходил с малой, с пистолета стреляли. Прикольно. С малышечкой, ей понравилось тоже. Пострелял? Пойдем прогуляемся еще. Пострелял и там. Ты нормального спрея дал, братан. Я завезда его. Ну, давай. Ебать. Ебануться. Ебать его лицо там, блядь. Вот, сюда. Да, тут что, выпадем в гары, а сюда. Бам. Ух, так вверх носит. Бам. Бам. Блин, это неприятно. На ютубе, да, будет сегодня стрим, пацаны, говорят. Thank you. Thank you so much. На ютубе будет, да. А у кого стрим на шашлычках? У ДНГ Хауса будут стримить шашлычки. Я им дам рейд, к ним приходите. Я надеюсь, что лучок маринуется. Это как секс без девчоночки, да? Короче, по поводу планов, сейчас вам дам немножко затравочки на планы. А, на днях будем с Ладиком трек делать, и Морти, и Айсбергом. Да, и еще... Это к Морти, я отвечаю. Здорово, пас. Давай. У меня даже не знаю, понял. Что? Еси-диси, да? Ну сейчас меня отпустило. Да, ну очень интересно, честно. По поводу
стрим будет с Владом, сделаем третячок, напишем. Потом с среды я вам запущу кое-что в ТГ. Увидите, тоже будет 2-3 стрима по одной теме. И что-то еще сделаю. Во. Мая снег. Да не, у меня кожа сушится, у меня кожа сухая, пиздец. А пацаны уже шашлычок там что-то мутят уже. Может, туда уже поехали? Или... Поехали туда? Сразу. Да, ну да, я с собой все взял, все телефоны. Все, пацаны, мы сейчас едем к пацанам на хату шашлычок делать. Приходите к ним на стрим. Пока, пацаны. Всем лол. Спасибо, ребята. Дай ДНГ хаосус, Рейдик. Интернет. А мы поедем сейчас к ним. Дал? Все, пацаны, увидимся там. Сейчас будем там буквально через минут 20. А, и рыбалка еще будет, да. С рыбалкой я сейчас на хате договорюсь, да. Все, увидимся, гайз. И трек тогда про рыбалку напишем. Давай, и трек про рыбалку напишем. Все, всем люблю, всех целую. Прощайтесь. Ну, мы сейчас все равно с ними увидимся. Но на этом канале можете обращаться, на том увидимся. Давай реально трек про рыбалку и клип снимем потом на рыбалку. Да, как мы просто... Давай клипы, мы просто... Давай жилетки возьмем. Да, да, шапки, конечно, все остальное. И карго-шорты. Все, чатик. С карманами.